Во-во-во. На коня идем? Да. Нет, как? Там что-то же падает вроде. Мау-мау. Вы смотрите по шмоту, там кому что надо, погнали. Кому надо шам на коня? Мне надо только кондёр, всё. Ну и все, пошли ты нахуй. Пошли ты на танках. Где на танках? Все, води туда. Так, привожу там что-нибудь, я приведу, хуй знаю. Так. Что-то веду там, хуй знаю, блядь. У меня есть полчаса. Че говоришь? Полчаса у меня есть. А что у тебя полчаса? Че у тебя полчаса? Все, просто у меня есть полчаса. Бля, зря бить начинаете рано. Я не сразу стрессы на вас бить. Да. Да он мало привел, так что нормально, не ссы. Компот протухнет. Че там по фаер ауре у нас? Нихуя, зорки ебашат, блядь. Ебуль, зорки. Пиздец. Ну так протопал, конечно, пианино, такое же, как это вам, блядь. Я мокрис? Да не, тыкаешь всякую залупу там, блядь, всякие гневы небес, блядь, блоки, хуёки. Я спекнуть лучше в этого. Нет, танк, да, он, блядь, там заебёшься пожиматься. Ну если в него не сможешь тыкнуть, парашюк вопроси. А кто у нас, подожди, кто у нас второй хил? Нахуй я его знаю. Я могу зайти за ДЦ. Не надо. Ты соло хил. Бля, задувает у нас прямо на. А ты подальше стой. Дудлика разъем был. Часы не купил. Блядь, дверь уже осторожнее, блядь. Он там пищат пиздит. Ай, меня пиздит. Конечно, блядь. Это на пол нужно. Зорки, может, на руку завяжу? Там надо ждать, блядь, я же на всех не могу моментально набрать его. А почему? Такой вот слабый, блядь. Ну, сейчас не агрит, сейчас не агрит, дай попить, иди. Мало. Может, где поесть надо? Может, поесть и... Ну, или бафнуть, едь, тем поесть. Так, ты бафнул. Бис. Вот там петух такой-то идет. Иди сюда. Мы разъебем. Пить моя скуба. Это пиздат посох, красивый. Под мой трансмог как раз подходит. Да, значит, каски бал сейчас там какие-то кулаки распределю. Аквару кулан, да? Руги. Руги нету. Так, V5. Друид у нас нету, да? Значит, да, это мы надолго тут. Так, ханта нету. Кулак. Ну, за 12 посидим, пойдем пошли. Рокси пишет, Аркара по токенам need heal. Найду, какой хил нам нужен? Какой хил нам нужен? Нам нужен либо шаман, блять, либо на пол. Либо савана надо. Ну сава в идеале. Либо шаман где рыбы дают? Это я не шарю, будлик там что куда закидывать. Шаман, видишь, там по-моему. Вот, тихо. Я, короче, кулаки там по 5 что назначил там, блять. Забагалось что-то, блядь. Какие вы нахуй. Шаман хуёво то, что он свой там на один тот не контроль. Хуёво, да. А вот за 4 еще надо? Чё надо? Да. За 4. Ага, 2 спектра еще надо убивать. Не, упало там жирный, ты, блядь, 4. Еду ставим, тихо-тихо. Ее шипы нахуй выбить. А дичь крутит сильно, блядь. Кого? Кого шипнул? Я шипал еду, потому что на МК была, бля, я убила. В Дискорд надо заходить, потому что, блядь. В Дискорде разговаривать. Я вообще не смотрю. Это... Я чат не смотрю, куда я, блядь. Трэш пищу. Блять, я умер с того. Почему я умираю сегодня? Не чиниться пора уже.
Так а нахуй мы его чистим, мы на морозу пойдем. Вадим, Вадим. Да тут уже, да тут уже выхода нету, нахуй. Уже пошли. Нет. Да, на дело пойдем сейчас просто через этот. Стой, подожди, не видит, дай иди попить. А она не может тапнуться просто и все, и восстановить себе ману. Слушай, не пучу, она может. Спроси у нее. Дам-ка я себе СС. Я хуй знаю, ты у меня, короче, каски нарисованы, бафы, не похуй. Ну, бафы каски. Только и бафы каски. Стой, 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 кулаки. Ты должен бафать каску. Да не, варвон на АП крышу не кричит. Да, похуй. Вообще поебать. Он сдал половину хави на АП кричащий. Все, ты еще и куришь? Ой, господи. За компом, как настоящий варкрафтер. Как долбоёб, блядь. Не похуй, я хату снимаю, вонятина будет, не вонять, поебать. Да хуйня, бросишь потом, скоро, когда прижмёт. Вот, вот. Я проблем не ощущаю с курением. Ну подожди. О, на меня проклятие кинули, которое замедляет скорость передвижения. И долго буду тут тусоваться. Может быть даже сдохну. Так ты что... там, не знаю, бах что... что-нибудь себе. Попробуйте. Ну ладно, бабу нажимаю тогда. Раз уж диспеллеров нету. Рейдер, я диспеллер-то далеко был. Бля, хуманы вообще просто уёбки нахуй бегают. Так, бля, чмошники. Чё, блядь, на хуманов гонишь? Мне вообще не нравится. Ты посмотри, какой у меня гном пиздатый. Или кто-то двор. О, уже берём. Ты смотрел фильм, называется «Близнецы драконы», там, блядь, челик Джеки Чану говорит, как ты посмел наехать на меня, дебильный гном. Есть сейчас кого-нибудь? Классный фильм. Да, я где-то поставил. Вон внизу стоит. «Двойной дракон» называется фильм, да? Не, «Близнецы драконы». Нет, такой не знаю. Знаю, двойной... Про Адама и его брата, старый фильм. Нет, я двойной, двойной дракон знаю. А, это двойной удар, ёпт. Да, это двойной удар. Нет, двойной дракон. Няньки назывался. Так, ну-ка, что там? А, близ блока, сука, тварь. Я вынула. Кожаная еще приеду. На танках хорошие падают боты. Все, поднимайтесь, поднимайтесь, блядь. Пора разъебывать. Я уже устал, если честно, блядь. Я тоже заебался. Давайте, блядь, разойдемся. Если это будет на весь день, конечно, то охуеет. Точнее, весь каражан. Э, блядь. Где хил-то наш, нахуй? Да ес, наверное. Ты же одного хила все взял. Ну, а в касты есть, блядь. Че, один хил, да, у нас? Да я говорю, давай зайду, а он говорит, нет, не надо, дамаж. Мне еще, кстати, кажется, упала с агронаборов похуевее. Телефон звонит, телефон. Вот у Вара как бы вроде почетче, блядь, что-то как-то более. Динь-динь-динь. Динь-динь-динь. Телефончик звенит. Хули я так медленно хожу, блядь. Этот звон. Этот звон. О любви говорит. Серьезная заявка. На победу. Ебанул. Кого я ебанул? Что, пачки две агрим? Я не пью вообще. Кто? О, какие-то пидоры бегут, смотри, нихуя. Товарищ Сталин не пьет, что зря вызывает подозрения. Смотрите осторожно, типа, я хуй знаю, что как он помочь. А что за хуйня? Я все не знаю. Пьют. Почему я еду не знаю. Что делать? Да, стоп, я там мостан ебал. Ну я только аккуратней с огромным, смотрите. Могу на раз. На. Да там он хилит. А, там хилят, это петухи безобидные. Изи, ебать. Ну попробую с вас снять там, блядь, чем стаунчик. Это, конечно, не гарантия успеха. Бля, как ты был заебись, когда я сбрасывал агро? Да иди ты нахуй, дура ебаная, я выебал твою семью, блядь. Не там. Кого ты там выебешь-то? Я мустан, да. Выебал, когда выросла? Не упадет там нигде? Выросла. Не упадет нигде там она по пути? Упадет. Мне кажется, всегда водил в этот парк, но тут килы просто... Короче, не ссы, я тебе каплю дал, нахуй, лучше разъебывай. Вот, водил сюда, видишь, килы хилят. Сейчас мы его забоним. Прям сюда. Сейчас нахуй так нажимаю, блядь.
Короче, массакру даю, блядь. Мастан даю, блядь. Пиздец. Все, сейчас высеки. Опять он закончится, еб твою. Пизда, мне пизда, мне пизда. Мне. Пизда, пизда, за мной бежит кто-то. Пизда, мне пизда, блядь. Лол. Он все еще за мной бежит. Только люди, играющие в Warcraft, так могут. Пизда, мне пизда. Пидер, ты пидер, да? То есть... Блядь, будь лишь заебан. Так, так могут, умрет уже. А где его, короче? Нашел кого-то хила, я не знаю, кто это. Кто это? Мусульман? Друид 229. Ебать, может тут сейчас ДЦ 230 раунд. Чтобы не подыхать. Да у нас там еда в соло выхилил. Еда в соло. Я умер. Ну я правда ваншотнулся. Че? Зоркий, не вижу ДПС, зоркий. Че, шкаф есть у вас? Он по телефону разговаривает, походу. Да, это друид, он здесь уже, он не ставь шкаф, он вот. Я и не собирался. Ты дредноута не знаешь, что ли? А че мы стоим? Че, привезти вам? Ну давай, сейчас приведу. Да, он же там, на он же там каждую ночь. Нет, на мостике наверху бомбить. Каждую ночь в ЛФГ выебывается. У тебя чем выебывается? Он, да, я не знаю, там хуйню несет. Это все пидорасы. Да ебаный в рот, нахуй, я по ним два раза ударил, че им надо от меня? Такие вот они вредные, блядь. А мне хп мало. Ты че про них так говоришь? Я тебе каплю дам, может разъебывать. Когда ты под каплей, ты, блядь, под защитой воина, блядь. Ты не умрешь, блядь. Так, чё, этих разъёб? Ну, это не точно. Рокси, а ты уже, это как его, фотку еды намутил? А кто такой еда? Это... А нахуя она мне нужна хоть? Это девка? Или мужик? Я, ты муж, что ли? Хуй тебя знает, ну... Ты же любитель вроде. Я, это Невер любитель. Невер любитель? Может мужик еще быть, да? Нет, это Невер, его не даем. Чем может привлечь тебя тёлка из Варкрафта? Пиздой. Да, если пиздец, чем угодно пиздец, может привлечь. Они же бывают типатичные тут. Ну чё, чё, чё это, блядь? Да нормально, девчонка не будет в Варкрафт играть. Как и нормальный пацан, да? Да. Но про пацанов нет. А мы тогда кто, блядь? Мы мужики. Самцы. А, блядь, согрелся, согрелся на меня. Заберите, блядь. Да забрал уже, ёбан. Нехуй, пиздец, пиздец, нехуй. Смотри, блядь, как я разъёбывал, блядь. Охуй, я подожду, не буду сразу бить. Только подбежал, опа, зоркому хотят пиздец. Зорки, где ДПС, я не вижу. Откуда эти мобы постоянно приходят? Я их не звал, блядь. Не тонкил. А чем я над головой? Здесь зорки в выбе стоит, блядь. Уже все, уже нормально. Я... Да, сегодня шаманчиком собрал, конечно, кару прям так налегке прошел. Хорошо, когда все знакомые люди. Почему? Ну, заебись, не напрягаешься. Ой. А мы знакомы? А мы твои знакомые? Ну да. Коллеги! С нами тебе тоже заебись. Угу. Блять. А тебе не бывает такого, что тебя вот кто-то вот из гильдии прям бесит, раздражает прям вот. А тебе с ним сам приходится в рейд ходить. Блин, кто меня раздражает? Тебя не раздражает? Да я, наверное, пол гильдии раздражаю. Везет. Вот этот моб ебаный не таунтится, он меня раздражает. Он тот моб, нахуй. Он просто. Как? Зорки, я ДПС не вижу, блядь, твоего. Я не чувствую своих ног. Пейн. А, это... У тебя их нет, нахуй. Гудзик заебал. А, вот там, тут смола. Повезло тебе. Ну все, мы почти прошли уже, блядь. Все, дальше трэша-то нет.
Так, что говорите, вот тут надо в углу, да, разъебать. Давай. Тестим. Так, лужа. Сейчас петухи прибегут, короче. А, ка-ка-ка-ка. Баба! Папа! Сука, 30 лет, нахуй. 31. Я, ты че, я каждый день без шорочек рисую. Каждый день кукарек. Доченьки. Она все время говорит, это Коко. Я говорю, да, Коко. Она мне уже сказки знает. Я ей говорю, жили-были. Дед. Дед да бабка. Показываю пальцем. Она говорит, дед. Я говорю, и она такая, баба. Я такой, и была у них. Она такая, Коко. Я говорю, правильно. Кручка ряба, да, называется? Меня в МК взяли, не разъебывайте, пожалуйста. Блять, потом... дай массакру, сука, не сдохните, ебаный кокос. Гудлик, сука. Потом снесла Коко, и она такая, яй. Ну как там говорит слово, непонятно. Яичко. Ну яичко такое, да. И говорю, яичко не простое, а золотое. Потом, кто бежал? Она говорит, пи-пи, мышка. Хвостиком махнула яичко, а она такая бабах! Бабах. А сегодня, короче, мы про Колобка сказку начали, ну, стали рассказывать, и она, короче, запомнила слово «съем». И там просто «Колобок, Колобок, я тебя что?» Она такая «съем!» Скурит? Дочка? Полтора года. Нормально, это заебись за полтора. Я в 10 месяцев уже базарил предложение. По фене? Бля, вон пишет, то, что мороз ну, не ну, типа говорил, мама, пойдем гулять. Такую хуйню мог говорить. Как, кто вы говорите, там мороз? Какой мороз? Пошли на мороз, пошли на мороз. А что-то у вас плохо ХП у всех, еда просят. Да и еда, потому что на морозе. Ну, там... Где снипу нужен? Снип писал морозу точно. Давай разъебем петуха, хули. Только подхильтесь как-то, у вас пол хп нету. Да похуй, блядь, мы так сильные. Это другая нога. Да. Ну и пошел нахуй. Кто ушел? Хотите трешки пару. Ладно, баба. Чего там? Ой, ебать, меня пиздит, блядь, пока я смотрел. Я прибежал. Дайте мне боб что-нибудь. Что не надо что-нибудь. Блять, там что-то там, блядь, общение какое-то, да? Вы же по токенам, какой мороз? Учитывая там нахуй. Нихуя не пару. Базай, ладно, нам. ББ. Я же говорил, дредноут, это чувак, который это выебывается там в чатике постоянно. А, это ему раз. Надо было мороз? Ну иди сюда тогда. Да не-не-не. Что, не, теперь... Не, ему нужен был мороз, теперь можем не идти. Да не нужен мороз был. Не нужен был мороз, а да наш мороз. Теперь... Это наш мороз. Наш мороз? А? Дед. Алло. Мороз. Сукин сын. Давай, я кричу дед, а вы мороз. Дед. Мороз. Стой, давай вот этих просто боковых убьем. Так, ну я это сагрил, так что, ну нет. Мы увидели, да, что ты сагрил. Пиздец, конечно. Я давай. Еда умер, блядь, съебываем нахуй отсюда. Не знаю, нихуя, 50 на 50 отдал, весь не пхи. Мне похуй, я убегаю уже. Ебаный рот, давай хиль. Все, я уже убегаю. Еда, выбегай нафиг из инста. Все умерли уже. Блять. Ты не агри всю комнату, там. Может башенки что-то. Я знаю. Боковых парочку загреть, которые у стенки стоят. Вот все, надо всем выйти. А что вы решили на мороз идти? Там ну, это, надо? Не заходите, надо? Потому что все мобы бегут к вам, дадут пизды вам на входе там. Нет. Надо гриснипу и морозу. Вот, мороз. Иди, блядь. Ой, нет. Мороз. Сейчас да. Годнику еще пизды дадут. Ура! Дедушка Мороз! Я тут, борода из ваты. Я уже слегка поддат. Мне сказали, меня здесь ждут. Значит, будем догоняться тут. Налейте мне вина, баба. О, стой, сама раздуплилась. Не бери пока. Не вести подарки хочешь. Не скажи вести ему, подарки Войду. Скажи ему, что голова Анрол уйдет.
Какой на ханрол, блядь? Ты чё для своей ханролишь? Снипу голова нужна, блядь, на ДЦ. У нас что, ДЦ дохуя, что ли, глядя? А, ДЦ. Я качаю, у меня уже 4 уровень, блядь. Да, у меня есть ДЦ 200. У меня есть ДЦ 240. А Абулу ты будешь помогать пацанам? 2Т4, 2Т9. О, давай Абулу-то возьмем вместе с собой этой. Давай. Абулу возьмем. Все, давай, за Абулу, заходи. Абула. Совет, скажи, отбой. Давайте, я кричу, а ты Була. А. Була. Була. Если один скажет а, остальные скажут. Ты пидор. Зорка, ты кошка взъебал. Где я? Так я не там. Вот, я тыкал. Ёбки, блядь. Ебануться можно вообще. Сука, я думал, сейчас, блядь, красиво все будет. Давай, я уже хотел, блядь. Быстрее. Запись, блядь, включить. Если Рокси собирает, я запись сразу включил, пой. Я, блядь, когда только в гильдию еще вошел в нашу, блядь. А на когда он мне в спидарно? Я в сети. Ты в сети? Пойду ты в матрице, да? То как там агент Смит? Хуёвый актёр. Хороший актёр. Залупа вообще. Ну, в смысле, в оригинале нормально, а в четвёртом... А, я новый просто не смотрел. Я посмотрел, лучше не смотри, блядь. Гита пишет минутку, меня подождите. Абула, почему ты не бафнутый? Абуфу бафните. Абуфа. Абуфа. Подожди. Абу бандит, блядь. Смотрели Собачье сердце, нахуй, там этот... Абрр, абрр. Я не помню. Еще парочку, что не смотрел, что Собачье сердце. Так, сейчас только ставь стол. Пацан, блять, пиздец, я ж попросил, не берите это, сейчас съешь ништяк зайдет. Да я нашего взял. Пу-пу-пу, ну сова нет? Да я ж сказал, совет будет, у нас наш зашел, ему токен нужен. А, зашел. Че, блядь? Да, еда, забыл, еда забыл. Готов? Еда ты тут? Еда. Да и вообще вот все, по-моему, нет. Нет, вот здесь три. Я просто не хочу обрыгаться опять. Так, каких ты говоришь? Вон тех, да? Ну давай там с ним похитлись еще. Разъебем мою парочку. Разъебался стоит. Так, у нас же какой-то баф нахуй на агро, блядь, баф тут, нихуя себе. Ну стоит это попишь. Ну, маба разъебем. Что ты с ним нихуя не хит? Ну щиток хотя бы там, куда. Так он дискорза нет, блядь. Давай еще вон, еще одного. Бля, я ему кричу, снип хили, а его в дисе нет. Надо его в дис, блядь. Я, короче, портну, спекну с файера, потому что я агро. Да ёбаный ты пидор, выходи. Сейчас, подожди. Всё, два сыгралось, нормально. Три? А, поболее. Переживем. Неприятность эту. Переживем. Сука, мама. Смотрите, короче. В Монте, короче, игра 5 крита будет. Мы бов разъебываем. От ожога. Абула пизды хотят дать. Абула мов еле держится на ногах. Слышишь, что это Рокс, а все, короче, за... Ну, ДК вот все за токнами, да? Надо спросить, ДК, вам токены нужны, ДК? Я иду Войду помогать. Конечно. Я в Т9, блядь. Не, мне на там-то надо. Не по токенам пошли мы пошли, ну в смысле не за токеном, мы помогать пошли. Я Зоркому иду помогать. Я дыщу. А, я нет, мне нахуй тут ничего не надо. Я Гудлику. Ну я секондер буду убивать. Ну что, давай, next пачку. Вот эту пачку сейчас заберем. Вот, спасибо, Димка. Да ёбаный. Агра, бля, я щиток бафнул, на меня уже мобы бегут, чё? А лол, бля. Мне хуй щитки бафать. Это не щиток, это на меня МК кинул. А, ну не так, кстати. Да, лучше на меня МК. Надо на МК. Это что? Да, я вар. Я мать, блядь. МК. Да, я мать. И я умею танцевать. Так, что ты говоришь, босса пулять, да? Или что еще? Ну, вот еще вот этого официанта. Официант. Мне пиво, ёбаный официант. Давай. Счет, пожалуйста. Ну-ка, блядь. Только не смей мне там, блядь, это, пьяность мне кинуть. Чтобы я не похмелел, блядь. А то экран разъебется.
Так, что говоришь, больше не надо мобов, да? Или можно вот этого? Нет, все, 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 блять. Я агру босс это. А, есть мобов? Трешпорт, сагрю очередной. А кто его сагрю? ГП ему. Я сагрю. ГП. Я думал, один перебежит, что-то прибежал опять штук. Да, вон. Вот да, вот, еще пять штук бежит, блядь. Ой, ебать. Это не я уже. Шкаражам, блядь. Что это за хуйня? К одному сайру, чтобы вся семья придет. Семейка Адамс. Ну вот, прав был тот друид, как говорил, что... Бля, какой ты слабый, Рокси, блядь. Так я шотнул. Три моба тебя шотнули. Хули мобы ебаные. Блядь, может мне НДЦ зайти все? А ты дамажить будешь, что ли, блядь? Перезайду что-то, блядь, меня. Игра хуй не занимает какой-то. Хватит колонны. Знаете, почему Рокси не хочет мне НДЦ? Потому что он хочет забрать себе токен. Здесь он хуй, блядь. Я вообще за ШП могу не заходить, можно быстрее пройти, блядь. Я тоже на шамане сегодня ходил. Да, я прям быстро перезайду, прям, блядь, я пуля, блядь, одна. Одна нога здесь, другая там. Стой, залезь сюда, здесь перезаходи, блядь, мы сейчас босса бить начнем. А что думаешь, он появится? Бой начнется. Ну а где он появится? Вылетит он. За инстом? За инстом, блядь. Да хуй инстом. Кто-то за колонной там. А, это же. А, у нас роги нету. Давай, похуй. Абула. Вы это. Что? Тут, короче, можно от мобов за колонны прятаться, и тогда они не будут вас бить. Короче, там. И еще не будут хилить. А что, бабы нету, что ли? А, нет, вон есть ШПшка. Баронесса. Еданик. Ну, дрищу забанит. Че, пуляем? Кого? Не буду никого банить, блядь. Забанит, блядь. Стоите просто, стойте, пусть она письма ману рот будет сжигать, имейте в виду, там у нас всего лишь один гимн на ману и все. Нинеров не хайнет. Сюда пройти. Да, похуй. Долбоёб. Сука, иди. А кого бить, трэш сначала? Морозы, морозы. Морозы, просто бейся. Я ее не могу банить. Ну, значит, все, пошла на нахуй. Я банить могу только изгнание. Теряйся. Так, я что в каком-то... В какой-то залупе, нахуй. Стан... Не, у нас... В стане стою, блять. Он пизды дадут всем. Спейлить надо, ему это должен быть спейлить. Эти-то таунтятся, а тот пидор не таунтится, по-моему. О, гарги всех сагрили. Блядь, ебаные гаргульи, сука, заебали нахуй своими гарками. Как второй раз мне сюда прихожу, опять докажут ебаными своими гаргульями, блять. Да. Пидорасы, бля. Выходим, выходим. Мой трэш, блядь, бежал сверху. Ах, что за трэш, блядь, беги, беги, дрищик, блядь, нахуй на выход, ебать. Трэш не научить тебя. Зачетно. Давай весь трэш. Давайте весь трэш пустить. Мы ебать, я вышел за ста, а там орда. Не заходите в инсток. Нужен все. Да нахуя они вам пизды дадут, блядь. Вот Зоур кому сейчас дадут. Выйдите. Вой, таунти, блядь. Да куда таунти? Я лежу на лестнице. Один моб, наверное. А, ну ладно, захожу тогда вниз. С него хилку стилю по 8 кахи. Ну кайте пока что. Сейчас я открою дверь, устану. Опа. Лишь перешел, разрубил. А что за хуйня там, мобов тогда ты? Я не знаю, если честно. Босс не таунтится, так что имейте в виду там. А мобы таунтис. Ну попробуй таунтис. Нажми праведное там или что-нибудь. А, нажал я праведное. Просто времени надо больше, не только мне. Там потеряли, а грот так быстро не наберется. Давайте подождем, пока ты побьешь их секунд 10. Да, будет надо приятно ждать, конечно. За секунд 30 не знаю. Понимаешь, напулов нету. Напула неприличная ограда APC. На пулер много DPS. Не будем бить их, подождем, пока не залится. Все, полетели. Ну, друг, Гудлик, ну ты сейчас сорвался, просто подошли и шотнули, блядь. А, не, нихуя. Это не из-за этого. Это из-за да, что-то. Ну жди секунд 30. Но зато мы не сдохнем. Не, его сейчас убили, потому что тебя застанили и все. Ну, стан, да. Надо диспелить спала. Потому что я сам себя не могу диспелить. Я могу бабу нажать, конечно. Разок. Пусть зорки диспелит. Давай трэш. Да, он не фиолетовый, он обычный. Диспелить там, может приз и паладин. И да, хилит. Приз может с ним диспелить. Дриш, ты где? Я тебе ПК не могу дать. Давай трэш зачистим. Я за колонной.
Вот тут ну, значит, ЗМК будешь, гудрику значит там, блядь. Его горгульи сагрили, вот 4 ДКшки ну, вызвали. Давай, 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 тащим. Че, босса тащи, или трэш в комнате? Трэш, трэш. Ну пошли тогда на стол прыгайте. О, на стол. Рыбу кушать. Кабана. РДДшники, рыбу, милишники, кабана. Первая пассия справа. Ой, ой, что-то мне не хилит никто, не пассия. Конечно, стали стоять. Ебать, я что-то умираю, блять, умер. Ой, блять. Может мне на ДС зайти, блядь? Так ну чем ДС поможет твой? Блять, а кто босса сам? Он диспарит, он мне диспарит и хилить. Пиздец. Кто это сделал нахуй? Я хуй знаю, кто-то сагрил. Так, смотрим урон по боссу. Мороз. Улос, Абуламов и Войдлайт. Кем, блядь? Нет, я-то, наверное, ударил даже уже, когда это. Он к нам... Это этим мором раскинул. Ну так он да нахуй, блядь. Он до туда не долетит, блядь, ты чё? Блядь, ну, а, вот, там, вот, пацаны, это реально не дело, блядь. Давайте на нормально, пойдем хуйню не занимайтесь, блядь. Не кидайте свой мор, если рядом кто-то есть ещё, блядь. Давай нормально, пойдем быстрее. Так хочу. Он там далеко был? Мы-то на столе, блядь. Ду-ду-ду, блядь. Как вот аурон нанесли? Да. Да с молотами всё, на ару ходят. С ним здесь, все, давай, спите. Кто там танкует? У нас там паладины пиздятся, еще пошли, блядь. Ебаю, паладины пиздят. Ну, для этого, блядь. Чтобы понимать, что происходит, надо это, скачать Адон Гуду такой называется. Там видно все, что в рейде происходит. Ну, да нифига подобного. С ним, знаешь, подиспэришь этого танка, вот там станет Гуд. Мат диспо кидать и все. Бля, если с ним даже диспэрить не будет, то я не знаю. Да все, он сам. Там либо снип, либо добрый. Паладин. Ну, некому больше. Я сам себя не смогу здесь пыль. Ну, пал почему? Хилит. Пусть пал хилит. Ты же паладин? Все, дайте еди ману попить. Хуй с ним один он остался, блядь. Его он. Иди позови сюда. И его запулим. Да нахуй. Так, грипнуть его? Ну, грипнем, да, убьем его. Это там еда говорит масс-маркет, может, какой-то массад. Масс-диспл? Зачем масс-диспл давать? Он столько маны жрет. У него еще и кастуется секунду две. Он. Ты что понял, хасты дохуя? Да толку-то. 1.87, видишь? Это ДЦшника 0.5. Че, разъебал? Маны там есть? Чай, пиробласт там стану, что? А зачем каждого? Там только танка на дисплее, по-моему. Только танка дисплей надо. Стал с ним дисплей, главное, и все. Да мне, блядь, он... А ты при чем? ГГ с ним дисплей? Там на весь рейд вешается слово тьмы боли, это магия. Но за ним вешается стан от паладина на меня. Он может на кого-то другого повесить, но если он на меня повешится, я не стану здесь, ничего не могу повесить. Ну, слово тьмы боль можно не... Не, да, прохиливается все. Дрижь, бахни лапку. Вы вообще с пула должны стоять, нихуя не делать. Ждать, пока я наберу гроб. Ну, я пока буду стоять секунд 10. У меня нет гроб. У меня барабан. Все, не бейся, дайте ему, дайте ему, дай. Я пошел. Там еще вот, видишь, дизарм мне кидают, и мне как бы агронабор сразу снижается. Кажется, можно бить. Бей. О, объем. Ну смотрите на агро босса, типа. Вот я. Ну, это паралич, тут ничего не сделаешь. На меня быстрее срывался. Это был паралич. Парализующий удар. Какой сложный босс, блин. Че, ты ауешь, наверное, не надо просто. Ну, тут как бы по правилам, когда проходит, должен быть милик второй по агро на морозе. Чтобы. Когда паралич кидается на мейн танка, ну либо второй танк, либо милик жирный. Когда он кидается на этого. Кость широкая, только вы говорите. Да, кость широкая, просто блок там, я не зыбку. А давайте я на друиде танк зайду, если здесь до 6. Будем на подсосить. Я могу ДЦ зайти. У меня ман закончился. Ну это к тому, что она высасывает ману. Вот эта тварь, так видишь, ты тупойся, ёб, ты что 4 ДК в рейде, баронесса кастует сжигание маны, и у меня 0 маны, нахуй, протопало.
Вот, кастует сжигание, заебись, сбили. Красавцы. Да, типа, нехорошо, когда ману сжигает. Она мне сжигает ее в ноль, нахуй, просто. Подбей с этим Сабулой и Лосом позбивайте косты. Я тоже свечу сбиваю, блядь, у меня же профессионал есть. Ну вы мака сделайте себе, господи, по запоминанию сделайте и все. Кабула не поупрошу, что фокус. А где мана? У нас у хила нет маны, киньте в Инна. Ну вот это потому, что они сбивали косты, нахуй, баронессе ебаные. Тотем на ману поставьте. Вы чё, ребят, говна поели, что ли? Тотем, блядь, шаманов нет нихуя, только гимн у нас есть. Ну, можешь и меркинуть ещё. Так, и чё, мне теперь не тапаться, что ли, я не понял? Наоборот, тапаться. Тапайся и саси. Блядь, боже нахуй! Я встану. Я встану почему-то. Ты бабух привели, блядь. Я вижу. Я пока в стане был, смотрел, когда они на вас бегут. Мально. Откуда будет они пришли, блядь? Ну, в принципе, не будет сложно говорить. Ну, что не, сейчас упадем в пизду, нахуй, пошли дальше. Я попасил в рот, нахуй, пиздец. Так упа, вы почти убили, блядь. Пол хп. Если упадем. Брана, что ли, отпиздим? Да, тут уже всех можно мобов отпиздить, блядь, такими темпами. Ну, баронессу разъебить. Я сюда бью сам уже. Дура ебаная. Блять, у меня Пьета убили. За лобузи. И паспорт днём, если должен то. Так страшно, что можно. О, убили, блять, я. Мишка, выдумщик, мишка. Гудлик опять умер. Кто возродит? Никто. А вы, а вы героик хотите, блин? Ты да герой легкий же. Ну там у нас будут друиды. Там, блядь, 10 друидов. Да, воин на друиде будет. Не, отвлечение на мне, отвлечение. Спасибо. На друиде нет проходки. Нам лучше проходку делать. А в чем, блядь, блин, такой урон? Кому? Прожался, наверное. Может, баф какой-то повешать. А, точняк, так уже этот же. Можно сосать. Я забыл. Мы с Гудником уже пососали. Экзекутка же. Ну, опытный товарищ. Наше дело. Блять, мне 3 серии Ведьмака осталось посмотреть. 3 серии Ведьмака? Угу. Второй сезон. Что, интересно? Ты что, это же игра, а не фильм. Ничего, так нормально. Это сериал. Ну, негры бесят, конечно, в роли эльфов. А. Пиздец. Негры и так бесят. Эу, 125 УД. Не зря потеряли. Был бы там Уилл Смит, блять, я бы не возникал бы. А Помпеи повезло. Что там выпало? Гуль ты на варе не пошел. Смотри, еда всех захилила. Соло? Соло, соло захилила. Да, только я с Гудзиком мертвый, блин. Клашот, ну, так это ваши проблемы. Личные сейвы, почему сейвы? Ну, можно было бомбать. Личные сейвы. А я поэтому как бы хила и не хотел качать, потому что вот надо будет такие рейды ходить по-любому. Ага. Что-то рано сажу, у нас хила нет. А, да? Че, не бежит? Да повели к ним. Сейчас она там платит, я... Опрокинули меня. Она поплакать хочет. Кстати, девушка в покое. А вы уверены, что девушка вообще? Нет. Ну, может, а еще надо. Может, я плакать хочу. Ну, а Булл сказал, девочки ссорятся в чате, блядь, вчера. Вот, видите? Я же говорю, что это не девочка. Она мне интересна, как сапожник. А какая сколько тебе девочка? Лет, еда? 20 есть? Да 30, блядь, как он. 34, нихуя. Старпёр. Мне только 30-ка будет. В феврале, блядь. Сколько тебе? 30-ка будет в феврале.
Будет 30-ка, ёпты, малыш. Дед, блядь. Вообще пиздец. Кому дед. Малыш, кому дед, блядь. У нас как-то реально в гильдии был один мужик, там лет 50 с чем-то он играл. Но мы его деда называли, и когда он не приходил на РТ, мы думали, что он сдох. Так сказал мой дед, это был мой дед. Так вот кто Гудлика научил играть, Вов, блядь, это был его дед, нахуй. У нас просто шутка такая была, что он сдох. А потом один раз, наверное, не пришел, Гудлик сел вместо него, блядь. Да, блядь, да, а что, а по скиллу как, нормально? Она тебя не шотнет, блядь, ты гонишь. Вроде. Там в курсе, да, конкубину ебашить. Где она, ебаная тварь? Ну тут, кстати, такие много 30 плюс победили. Да в этой игре больше много. Посчитайте пока, сколько у нас миликов. Надо кому-то будет послакать. 3 милика могут еще бить квадратом. Кому-то надо будет постоять, потому что шотнет всех нахуй. Ну, вижу Абула, лос по десятке дают. Рокси. Вот. А Помпея пускай послакает, где-то постоит. Если кто-то сдохнет, придет. Только там внизу надо держать конкретно. Драгеру ёбнем, блядь. Да опять мне прибежал какой-то петух. Бля, я даже не смотрю. Да танк не танчил, бля. Да, блядь, вот про запал это вообще пиздец. Хуже, блядь. Лужу по КТ, лужу по КТ, вы. Да, блядь. Хуже, блядь, чем протовар. Че ты хочешь от него? У нас нет на пула, блядь. Ты не даешь магар набрать, хуяришь, стрешься, блядь. Я даю все набрать. 5 КДПС. Я 3 даю. Мне девятку показываю. Вот у этого узорка 6,7 показывает. Ну, у Зорка, потому что есть 7. Это, в принципе, его предел. Ну, это, блядь, это с прожимками еще, блядь. Снипи срывает, я не срываю. Ты никак не блядь, вы слабые, хули, я тут, блядь, нихуя не делаю, а не срываю. Так снип сбросить может. Помпес, стоишь, слакаешь. Ну, тут это, очень важно, чтобы снип помог, потому что еда, как бы... Она не может всех видеть физически за колонной, кто-то может находиться, кто-то может сдохнуть. Спекнешь со мной в ТЦ-шку на после? Еда, спасибо тебе, золото. Локов можно справа. Так у нас меткости-то не будет, если спекнешь. Ну и хуй с ним. Да похуй. Мысли хуй. Ну у меня перекап, да. Локов справа-слева от этого, от еды, и справа-слева зорки от... Я справа стою. Дайте каску. Я слева буду от еды стоять. Бафните, бафните, бафните. Как нет, может тебе шмотку собирать. А он на юбер, блядь. Мне где стоять? Да похуй, без ДЦ, можно просто помочь щитком и диспелом. Ты ну нахрен бежит. Диспел, щиток там. Ну милики, я думаю, там... Я вообще не знаю, что сделать. Че, вы готовы? Короче, лужу разливаешь у стенки и от луча убегаешь. Все, милики, вставайте, я в луну стою. Я в квадратик, нахуй. Там еще одна метка, у меня тут станьте. Где еда? Я слева от еды. Где еда? Вот еда. Вижу еду. Все, я вот здесь, значит. Самое главное... Так, на тебе сорву. Кинулась, нет? Блядь. Вот видишь, надо было прохиливать. Рокси умер уже. Лох. Помпей, иди на мое место. Твое место у параши, блядь. Возле. Ой, ворвался! Осторожно там, не сорви эту бабу, она тут пиздец тебя даст. Помпей, я! Иди, встань на мое место! Стип там, уход в тени, ебани. ФК стоит. Пролич на мне, диспельте. Там не диспельте. Как диспельте? Там надо дебаф ловить переход, ничего вообще. А чё, ШВДшки можно поймать, да? ШВДшки, да. Чё она дрочится? Вот эту хуйню надо диспельте. Я тоже, в принципе, могу, но сейчас если успею. Ну, диспелли раз можешь, что ты говоришь. Я агру набираю, блядь. Да сука. Вот Зоркова сдиспелил, у него там хп осталось пропали, блядь. Папе, ты здесь, нет? ГП ему. Давай, иди бей босса, в луну вставай. Чуть-чуть подальше от луны, назад отойди. Главное тут миликов не проймать на параличе на этом. Все нормально, кончился паралич. Главное хилали спать. В луну чуть-чуть дальше от один назад. Ну нахуй меня шотнуло просто, блядь.
себе, босс. О, Була отъехал. Да подшотнуло, 24 тысячи въебало. Пирожочек отъехал. То есть умер тот лох, блядь. Да. При том, что смотри, как я далеко стоял, я максимальный рейндж от босса, блядь, набрал. Я вообще не знаю, что здесь делать надо, если честно. Я в хэмке знаю, что делать, здесь не знаю. В хэмке, да, блядь. Ты еще бьёшь, блядь, ёбка. В хэмке там вообще изи, блядь. А там еще проще в хэмке, чем здесь. Конечно, пацаны, четверг, блядь, всё посмотрим. Хэмки, блядь, короче. Я тоже лох, получается. Сколько тебе въебало? Тоже на фулл столбик, блядь? Да. Мне 12 тысяч въебало. Не с дисплей, там этот священный огонь, типа он 12 тысяч бьет и дебафишит. Тут с гутлика, это собака тебя дисплей так моментально, блин? Да. А у нее рейнджа дисплей сколько, метров 15? Да я ебу, что ли, блин, у меня автоматом там стоит, что-то на дисплее. Ну заебись. Вот это я с дисплеем. Нет, это ясно. Это я, у меня показало, блин. Ты не успел, ты не успел. Я успел, блин. Не успел, ни хуя. Я думаю, что мутика сделать. Хуечка. Мутик заебись. Если нормально все делать. Он еще и косты забивает. Дал массаку ему еще, потом давайте подхилим. Да это опять я, бля. А мультики что все там берут? А что хотят, то и берут. Руки. Руки? Нет, нет, руки комбо-то берут. Я просто так сказал, блядь, набум. Штаны, наверное. Чё, спасибо, что-то. Ну, без штанов горит как-то не очень, если честно. Заебался парлич, конечно, долгий, блядь. Давай, А? Б. Да не Б. Б. Була. Пидор? Что? Пидор. Что называете? А Була что? Просто Була. А Була машина. Сколько ты, блядь, нихуя ты не отгадала, блядь. Ты опять не отгадала, и да, нихуя. А что вы собрались? Все, дальше по токенам идем. Так а дальше уже и все. Так а дальше уже и все. Токены идут. Нет, еще на копыта зайдем, я тринка. Копыта же там, чтобы на Молчазара зайти, надо его убить по-любому. Нам надо так. О, смотри, выпала шмотка моя. А защита, блокированный щитом, меткость вообще нормально. Поднимите меня, помпей. Распылить ее нахуй. О, я выиграл, заебись. Все, теперь я танк. И давайте, масс-рез. А я точно. Где ты? Да в коридоре. Я почему вы еду девочкой называете? Лично, это Гриша. Так она девочка. А-а-а, да? О, блядь. Я тоже думал, что парень, он... Я красил там ей за пять. Че, смотрите, смотрите. Блядь. Ебать, что ты... Не, подожди, вот и как связан, ты крафтил запястье, я сказал, что девочка. Она говорит, спасибо, я уже все предусмотрела. Я сейчас съем, нет, блядь, почему мне ни один хил не пришел, блядь? А у нас всего один хил, он пишет, что я девочка. Блядь, а откуда нахуй, они пришли-то, я поэтому... В соседней комнате. Нахуя я. Да кто-то прям подошел и прям такие, все готово, и я говорю, и все, вот так это было. У кого-то пэт нахуй там ебанут. Да, пэтов нахуй как-то уберите, там бекашники, это вы по-любому. Я в каком-то... Угощенно погибли, сходим. Да, давайте, мы на погибли, сходим. Я не хочу погибнуть. Похуй вообще. Ебись идея. Мне левая рука нужна, бля. У меня две руки, бля. Не похуй. Ты на это рогу зорки? Не-не. Ну там это нам... левая рука, критхас. О, еда сейчас микрофон включит и да, покажет вам девочку. Сейчас вам девочку покажут. Сейчас такой голос такой. Я мальчик. Вы что, охуели пиздеть про меня? Не, мультик хороший, я тебе говорю, там просто если не тупит, там у него ротация изи, он нормально не может. Могли к фонске, как я люблю, блядь. Я. Алло, вот. А чё Абулу сдохший? Абулу он всегда такой. Он сдох, его убило. Он сказал, я и да. Ты попроще, когда мне попизди что-нибудь побольше. Я и да, блядь. А я войт. Все, я дальше вов. Да не, это женский голос был. Я есть и да, нахуй. Я пить вода, блядь.
Я и так. Это же два, да. Оригинально, нахуй. Я есть груз. А вы знаете историю, как он создался персом со с ником еда? Не. Просто такой сидит, такой и думает, бля, каков создать перса? Еда, и создал еду. Бля, Дриш, тебе мемуары писать. Я реально говорю. О, Абуламофу, и создал. Я реально говорю, я слышал, как он эту историю рассказывал. Он жрать хотел, создал еда. Охуенная история. Что, блядь, интересно, хотел Гудлик, нахуй? Меня пиздят. Как обычно, член, бля, мужской. Я женский мой. И создал еду, блядь. Хочу женский член. О еде подумала и написала. Значит, это все-таки телка, блядь. Бать, ребята, вы знаете, вот у меня на канале. Я тоже могу писать. Это сплит, блядь, 27 личностей. Да. На ютубе на канал зайдете. Телка, там, блядь... телка, да, точно, это девушка. И не нравится, когда телка называют. Пойдемте, вот блядь, слышите? Быстро, давайте всех собирай за собой, там зачистим нахуй по одному. Гришу, блядь, этого. Пацаны, разницы просто обычно не чуют между тёлка, баба, там, девушка и вообще нету, по барабану. Вот. Тёлка. Ну, блядь, если мужик о себе пишет, что он подумала и написала, значит, пидрила ты, получается. Ой, начинай. Все, ебай, я был, давай, бля, поясни. По дубу не пойдем. Поясни за всю хуйню. Куда вы пошли? Вот здесь можно пройти. Я уже упал, блядь. И где мы? Нельзя. Нельзя. Может, нельзя. Почему на это по гибельке идем? Долбоёбы прыгают. Сука, дебилы, блядь. Всё, давай себе залёву напачку. Хотел попробовать. Ну вот, обратно же я здесь слезаю, значит, и залезть должен. Да я просто не вам. Ещё нужно поговорить. Всё, что имеет начало, имеет и конец, мяу. Назор. Вот я вот сейчас видел то, что у ДКшника мор сагрил, блядь, крипов снизу. По-любому. Сейчас. Да не может такого быть, блядь. Бля, меня пиздят, пиздят, блядь, спасите. Видел он, блядь, похуй, что ты видел, понял, блядь? Спасите, блядь. У вас сейчас, смотри, подожди, блядь. Спасите, да, я сейчас нахуй нажму, блядь, специально, нахуй. Спасибо, блядь. О, это еда была. Это Гудликов думал, блядь. Не, Гудликов вообще бабский голос. А это... Зоркий был, блядь. Надо нам... Слышишь, надо нам Эрелла такого. Или Помпея. Да не, это Помпея по-любому был, блядь. Надо, чтобы такой это бас нахуй Эрелл. Жёсткий, блядь. Чтобы ржали, если мы стрейдим. Слышишь, еда, скажи Гудлик ГП, нахуй. Что-нибудь такое пизданное, как Эрелл. Для Абулы ГП. А у нас что, получается, снова сосисочная пати, да? Мы без девочек ходим в сосисочная. Ой, блядь. Без девочек. Тёлка у нас только есть одна, блядь. А колбасочная вам... есть на спасе? Там, я смотрите, вам... меня ресуют. Там хилочная. Я ну, вам Альфу привел, а вы ее выгнали отсюда. Она с вами не смогла, блядь, тёлка, играть. Тёлка, которая это, блядь. Тёлка, которая это... Мне будет мужчина со всех сторон выгодно быть. Тёлкой? Мужиком. А тёлкой? А тёлка хоть и хуёво, чё там, блядь, всю жизнь ебут, 90% тела брей, блядь, пиздец, там шопа. Кстати, ещё сидя надо там, блядь, не дай бог крапива какая-нибудь ночью окажется. Там болезни ещё там миллиард нахуй. Ну да, у них со здоровьем тяжеловато. Там вообще пиздец, жопа. Ещё, блядь, раз в месяц кровью истекаешь, умереть не можешь, вообще пиздец, блядь. А еще у некоторых кукундер отъезжает в это время, это вообще пизда. Зато они на пенсию раньше. На ком дебаф? Не то что у некоторых, да хуя у кого. Лос, уйди, лос. Уйди на все дебафы. Ну уходит Джина, все думают, что беременная, блядь, автобус место уступает. Изи повезло. А кукумбер это огурец. Кукумбер. Кукумбер, блядь. Геликоптер, блядь. Кьюкумба. Кьюкумба? Да. Какакамба. Хуюмба. Сисимбер. Сисимбер. Гудли говорит, что он Навара пошел. А почему Навара собрал? Я Навара, бля. И я на ДЦ.
Нет, я Навара. Я на друиде зайду, буду токен ролить, ебать, там, точно. Короче, там, такая хуйня, можно... Тихо, позбивайте косты только, пожалуйста. Да, блядь. Можно косты позбивать, блядь. И так, по справке, блядь. Потому что можно и лайкнуть. Не, я сейчас на шипошку захожу. Гудлик, а кто тебя сумонить Ян будет, блядь? Я на ДЦшку захожу. А чё уйду отсюда еще надо? Да нихуя уже. А, ну бой и роб, блядь. Ну лол. Ну я только зорки помогаю. Если зорки сейчас говорят, что как бы герой, и хуй бы с ним. Нихуя себе. Я Войду помогал вообще-то. Мы шли там шмотки на танк убил. Бля. А не, Войд вой меня все время душит, мне как бы похрен. А да вот он всех душит, блядь, сам себя душит, блядь. А вот ради зорку я готов прийти, он со мной в башенке играет. Видишь, как я подмазал себе дрищу, блядь. Да нет, чего вы на увода пиздите, вот как бы все, ну, у меня вся критика вся по делу. Как критика, я сижу, угораю, блядь. По какому делу? По какому? По какому? Он мне как-то после рейда 2 часа мозг ебал. Я вообще не помню такого, блядь. Слышишь, сейчас убьем пачку эту, поставь шкаф, поставь шкаф, пожалуйста. Он даже не запомнил это, понимаешь? Поставь шкаф. Гудлик, нахуй. Да тихо, блядь, не агри, да блядь, ладно. Пачка на... Это Помпея, блядь, микрофон включал, я спалил, блядь. Хорош. Все, нахуй. Этот лесом, блядь. Значит, еда, тёлка, нахуй. Тёлка? Кто? Еда. А, вы же мне путаете. Ну, тёлка, тёлка, блядь, ты чё, так это, блядь, событие какое-то, блядь, женщин, нахуй, не видели. Будет, блядь, нет, блядь, пошли, таких блядь нет, нахуй. Короче, если тёлка в рейде есть, то обязательно надо сиськи скидывать в дис. Ну скидывай, Войд, фотки скидывай, блядь. Не, мне надо мои свои сиськи скинуть? Да похуй, даже не свои, можно просто скидывать. Скажи, что твои. Все, давай, гонок спачка. Ругается, ругается, смотри. Гонок спачка. Го-го. Суманулись? Да-да. Да-да. Телку суманули, поехали. А чё дришь ты не в этом, с зорким не файер? Да какую разницу, ни в одном спеке нельзя дамажить, где пушар расстроится. Что там офика стоит, надо. Там, блядь, эти косты. Просто бить косты. Бомб можно дамажить. Потому что надо опасаться, понимаешь? Не просто так, что на расслабоне. Ну он уже в афрасте сорвал. А он обнуляет агро и так ебанул. Я через каждый удар бы срываю. Тихо, сейчас тогда жалуются будут, смотри, палево. А рыба будет? Нет. Ну, если есть кот. Я думаю, Релла. Который там что-то себе анролит. Да, анролил, но когда рыба будет, да. Себе ничего не анрулил. А как же... Да, это он в лаг зашел. Можешь не отключать микрофон, я все, я тебя спалил уже. Я, блядь, уже разворачивать дискорд на хаткей поставил, блядь. Пошел. На приста. Да вы заебали, блядь. А тебе пати не кинул. Вы высади меня, если спали. А Була, тебя походу спалили. Чё, а пачку? Чем? С чем спалили? Вон в чате смотри. Блин, а меня другие рейди обижают. Чё, ты нафиг не пошла? Ты опять ДК напился, выебывает. Вообще, короче, на волейбол сегодня тренировочку приходила, а там пацаны 17-летние, там 18-летние, ко мне на вы. Нет, 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 а нет, ты дед, блядь. А тебе скажу, сколько? Клеились мне? Тебе. Ну мне 31, а им 18. Ну да, конечно, на вы, на вы. Просто нет, ну, спускаешься, блядь, идет какой-нибудь пиздюк, блядь. Там лет 15-16, здравствуйте, блядь, иди ты нахуй. Ты охуел, блядь. Тебе в морду плюнуть, блядь. Челюсть. Да, я бросать, блядь. Зорка, каким пасе? Возьми жесткий. Не, самое главное, в душе молодым. Ты же поставишь, ставишь. Да, был. Пожалуйста.
Я могу назвать. Ну знаешь, блядь, нахуй этот кражан. Кого музыкальный смотришь? Бля, Снип, что ты ливаешь за всего? Сейчас мы убьем босса и зайдем на этих нормальных и пойдем дальше. Мне нужно только на одного босса зайти на этого, на приста. Все, все тут. Все, давай, полетели. Бафы не нужны. Как не нужны, нужны бафы. Но у меня все есть. Да нам бафы нужны, у меня есть. У вас тоже не есть. Тоже есть? Ну вот, да. Все, полетели. Блять, снимай. Кто в сферу не бьет, тот гудлик, блядь. Подожди, стой, еда ФК стоит, блядь. Да? Еда, блядь. Еда, блядь. Еда, блядь. Еда, блядь. Бля, бежим. Еда, блядь. Еда, блядь. Пусть еда первый агрит. Давай, еда агрит. На лапу вам еще, блядь. На инты. Все, еда, все нормально? Да вон вар на АПК рикнул, полетели. Еда какает, нахуй. Какая-то хуйня, я не могу понять, блядь. Да, вар подключит, нормально. Ну время. Только в сферу. Не надо, у меня этот, еда, у меня этот баф от вара лучше, чем бой. Нормально все. Погнали, похуй, да. Ты это. Это не импрувнут, а у него прокачано. Гладко, литка, блядь, 415 базочка, нахуй. Базочка, прием. Сразу не ливается. Сфера бейся. Бля, хорош нахуй. Блять, с тобой ты душный такой, блядь. Как будет становишься? Я так и всегда был, блядь, ну пошли, блядь, давайте, блядь, сделаем все. Это от ходоуса. Да, бухал небось вчера. Базочка, блядь. База, нахуй. Ой, не проебитесь. Сколько хилов у вас там? Ну, пиздец, блядь. А что такое? До кого срезало? Гудлика, блядь? На БУ. Во-первых, надо метки бить. С этих, блядь, искры, блядь. Если не искры будете, бейте. Если дальше не будете бить, мы просто не убьем его. Хуй, не бьет никто, блядь. Я бью, блядь. Убьем. Я не могу доты обновлять, я без символа болезни, понимаешь? Мне, блядь, приходится заново на каждого все накидывать. Ну да. Не готовился, значит, к рейду, да, получается? Да. Кто там дота не может накидывать? Нет, я могу их накидывать, я не могу их обновлять. У нас хилит одна, надо быстрее на сферу убивать. Мы стараемся. Говорил тебе, давай за ДЦшку зайдем. Нет! Так еще бы меньше по сферам урона будет. Ну да, зато от хила было бы больше гораздо. Да они заебали эти огни уже, сколько они вылетать нахуй могут? Я не еще знаю, еще, а еще сейчас закончится. Еще один раз они вылетят. В босса. Огонь ушел убить сначала. Давай, я тоже огонь побью. Убили. Мы с тобой... Кто? Молодцы. Красавчик. Молодцы. Сейчас гимн на ману отдам. Ну хуй, гимн у всех плохо, если было. А, ну музыки только что. У меня нет. Музыка это кто вообще? ДЦ или ходит? Это я. А кстати, я в ДЦ-шку могу спикнуться. А, блядь, нет. Правда? Могу. Бой же. Это надо было перед боссом делать, а не во время. Собаку призови там. Все хорошо. Да, у меня также ману кушал этот мультик сейчас. Да, и да, это будет. О, блин. Ах ты пида. Факт, пес. Души его нахуй, Гудлик, и ты ее души, блядь. Кого душить? Еду? Не надо душить. Еду нахуй души, блядь. Еду надо есть. На перерабатывающую ее, блядь. Так девочек нету в гильдии. Ну и нахуй они нужны, блядь, у нас мужской коллектив не надо, блядь, мне сосисочный пати уже поперёк горло, блядь. Две искры, внимание, дал массаку. Внимание, вопрос. Две искры. Хуя. Где Гудлик? Одна искра. Буду говорить вам, пусть бывает. Одна искра, внимание. Одна искра. А когда эти надо будет на кнопку? Сейчас. Взять? Еще одна искра. Все, босса, блядь. Босса. Асива, Стэмми, Мата.
I said to Pega, I said to Pega. А когда эта песня стала популярной? По-моему, это какой-то чемпионат мира по футболу вышел. Не вышел, а в смысле был чемпионат мира. Да, второй сезон, блядь. Этого Гудлика. 2004-го. Второй сезон Гудлика. Да нет, была эта песня? Была... Третий сезон еды. Рекламе в какой-то. Блядь, умер. Да еще умирает. Только я начал дамажить, наверное. А чё, блядь, кто-то? Бейте, блядь, сферы, нахуй, вы чё? Да, ты чё, это пиздец. Ты пущ... А всё перевели по сферу, да, сюда. А чё ты? Дрищ, вот, сдох да. По сферам бил, красавчик. Абдулла тоже бил, он сдох. И чё, он на первом месте хочет? А, нет, Абдулла же не Абдулла. Не Абдулла. Он бей, сферы не бил, блядь. Запутаешься с вашими ебаными никами, блядь. Один Абдулла и один Абдурахман, блядь. Третий Абдулла Морф, а какой пиздец. Да, еще, блядь, между нами, нахуй. И да, нахуй. Там все просто. Блядь, я после суток не спал, нахуй. Ну, посмотри, что творит, блядь. Вот тёлка к рейду, это как, блядь, на корабле, нахуй. Нельзя, блядь. А видишь, мужиков, блядь, ссорит, нахуй. Это будет нормально. Вообще, если, блядь, ну, коллективе, типа, чьи причастки? Пидарка, блядь. Один раз бы не шмал. Пидараска, нахуй. Так, а шо ну, такие? По-моему, это отличные штаны на моего танка, блядь. Штаны, да? Ну, забирали. А у меня какие, интересные? А у меня Т9. Я перчатки наружу. Ладно, я сам резну Гудлика, чё мне, блядь. Мы братья с ним, нахуй. Хорош. Ты где, лох? Чё-то не могу вкурить дальше. Давай, брат. Все, сейчас нормально, быстро пойдем. Не прошло, походу, Гудлик, я твоего деда тоже спасти пытался. Ножом, блядь. Ща интересно. Все, давай, с это, Гриш, шкаф, и сейчас все назовем нормально и пойдем побыстрее. А стой, не надо шкаф, наш Гудлик, он все. Не надо паники. Боже, ты, да. Надо шкаф. Так что, мы пробегаемся здесь, да? Паник. Да, конечно, пробегаем. Да. Закинь пати меня. Я очень злой, я очень плохой. Нет-нет, Нагана, ты классный. О-о, ебать. Дриш, кинь по себе, СС. Да, нахуй мне нужно.